Советская пленка, полсотни фотографий на стене. Некоторые из них – это кадры съемок первого фильма Василия Макарчука-Шукшина «Живет такой парень». Действительно, охота вот так приехать, затопить баню, попариться как следует. Шибко надоело по этим квартирам. Тогда, в 1963-м, Шукшин отправился в Сибирь вместе с университетским другом Юрием Григорьевым. Он-то и захватил фотопленку. Приехав с Ростки, первым делом отправились на пикет. Да, Шукшин сказал слова, которые потом Григорьевы очень часто повторяли. Невелика гора пикет, но с нее всю Россию видно. И вот они впервые тогда побывали на ней. И как знать, что через 10 лет Василий Макарович уйдет из жизни, а через 12 лет пройдут первые шукшинские чтения. К этому Григорьев и его супруга тоже приложили руку. Она, кстати, кинорежиссер, потому выставку в Гмелика и прозвали «Дружба длиною в жизнь». Есть еще начало рукописи самого Юрия Валентиновича. Как он там пробовал написать что-то типа сибирских дневников, но у него там, видимо, не задалось. Встречу сына с матерью этот кадр барнаульцы увидят первыми. Хранители выставки уже знают, какой она была. Об истории снимка они расскажут посетителям выставки, которая в Гмелика будет открыта до конца августа. Елена Макаренко, Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.